25 сентября в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся хакатон для IT-разработчиков в нефтегазовой сфере. Организатором выступает Роснефть. В числе соорганизаторов Казанский федеральный университет. Это мероприятие представляет собой соревнование в режиме длительного времени. Вчера целый день участники из числа IT-специалистов или геологов, кто уже стал IT-специалистом, решали задачу, посвященную вопросам математического моделирования нефтяных месторождений. Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате. Площадка Института геологии и нефтегазовых технологий вызвала интерес не только у студентов КФУ. Как вы видите, в числе финалистов оказались и студенты Института геологии и нефтегазовых технологий, студенты Института вычислительной математики, ФМИТ и ИТИСа. Также здесь, к нам на нашу площадку, в числе финалистов приехали студенты Санкт-Петербургского государственного университета, университета Иннополис. Специализация участников хакатона выбрана неспроста. Сегодня цифровизация активно внедряется в нефтегазовую сферу, что создает новые возможности в решении актуальных задач в процессе нефтедобычи. Диана Шленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.